Сегодня у нас с вами на ремонте очень интересный вот такой вот инструмент. Бензопила Интерскол. Вот, причина обращения тут как бы видна сразу. А именно, одна собачка на маховике работает хорошо, вторая не работает совсем. Вот, она как-то тут закусила и повреждена была сама крышка. Очень сильно там большие повреждения. Крышку будем менять на аналогичную. С Интерскола у нас нету, есть Чемпиона, она подходит. Вот мы ее сюда и поставим. Но видео будет основное про магнит. А именно о том, как снять маховик. Вот, потому что многие люди ломают голову, ломают пилы, ломают маховики. Вот, а снять не могут. Конечно же, в обычном своих... При своей повседневной работе я использую специальный съемник. Но сегодня мы с вами будем работать без этого съемника по причине того, что не у каждого человека дома найдется такой инструмент. Будем работать подручными средствами. Это отверткой, молоточком. Вот, сейчас я сниму шину. Сниму верхний вот этот вот кожух, крышку. Ну, она тут легко снимается. Вот тут у нас 5 болтов. Отсюда 3. И когда снимаем крышку фильтра, еще 2. Чтобы экономить время, я просто сейчас их сниму. А потом уже продолжу запись. Именно с того момента, когда будем снимать магнит. Вот. Вот они, еще 2 винта этих. Итого 5 штук. Открутим 5 этих. Снимем, сниму шину и начнем. Вот я снял корпус, снял шину. Теперь мы будем снимать с вами магнит. Магнит вот прикручен, все как и должно быть. Вот. Он держится у нас на коленчатом вале, на конусной такой вот передаче и шпонке. Соответственно, нам его надо как-то вверх снять. Если просто открутить, конечно, потянуть его руками, он не снимется. Это очень, я скажу вам, в редких случаях он так снимается. И вообще это неправильно, если он так снимается. Значит, там что-то не то. Нам надо открутить сперва вот эту гайку. Мы сейчас чуть-чуть поршень поднимаем. Ну, делаем вот такой где-то примерно зазор там. И туда запихиваем каната. Ну, любой толстой веревки. Вот. Запихали. И... откручиваем. Здесь у нас обычная резьба. Вот. Откручиваем. Снимаем шайбу. Вот, магнит у нас держится. Он, понятное дело, так легко не снимется. Чтобы его снять в домашних условиях, без съемников, я делаю вот так. Поворачиваем вот сюда, той стороной, где нет магнита. Вот у нас с этой стороны, видите, магнит. С этой стороны нет. Вот так поворачиваете. Теперь нам надо создать натяжение, чтобы у нас как бы магнит немножко вверх шел. Мы создаем как бы напряжение, то, что у нас магнит пошел вверх. Теперь вот такую палочку берем, ставим ее вот сюда. И делаем один хороший удар. Ага, маловато. Еще разочек под напряжение дали. Бывает, конечно, оно не сразу. Вот, видите. Все снялось. Вот. А то, что снялось не с первого раза, говорит о том, что это видео не подстава. То, что это реально снимается первый раз. А не все это дело подготовлено, а потом снимается. Вот. Магнит сняли. Здесь у нас шпоночка. Ее мы не должны потерять. Положим ее пока вот сюда. Вот. Здесь немножечко почистим, но это потом. Сейчас наши все основные работы будут проходить вот с этим вот магнитом.
потому что у нас магнит является причиной поломки. Полазил, поковырялся. Нет, у меня такой собачки. Оставим эту. В принципе, она так еще немножко, конечно, подтерлась, но поработает. Человеку я сразу скажу, что просто отремонтировал его. Здесь держится на стопорном кольце. Его отверточкой поддеваем. Оно вот слетает у нас. И, соответственно, вот она уже собачка выпала. И шайба. С этой стороны у нас порядок, поэтому мы как бы туда лезть и не будем. Вот. Смотрим, у нас здесь просто сломалась пружинка. Пружинку мы немножечко сейчас выгнем. Вот. Ну, видите, какие дела. Что из-за пружинки пришлось снимать магнит, снимать собачку, и вообще очень большие трудности. Так, задача какая? Задача сделать, чтобы эта собачка так же, как и вот эта, работала. Вот. Поэтому мы чуть-чуть пружинку вот так вот подвыгнули. Вот так ее сюда зацепляем. Согинаем вот так. И опускаем сюда. Так. И теперь перекидываем ее вот так сюда. Во. Все должно работать. Теперь здесь надо сделать, как здесь. Шайбочку закинем туда внутрь. Вот. И стопорную. Кое-что у нас получается. Угу. Так, собираем на место наш отремонтированный магнит. Обе собачки, как мы видим, работают отлично. Теперь аккуратненько ставим шпоночку. Здесь вот у нас на коленвале есть отверстие под нее. Ставим. И вот она у нас тоже, паз для шпонки. Мы его совмещаем и опускаем. Вот. Кидаем сюда гровер и собираем, закручиваем гайку. Чтобы подтянуть, то же самое делаем. Запихиваем шнурок, блокируем. Блокируем мы с вами ход поршня. И подтягиваем. Магнит надо подтягивать хорошо. Потому что если магнит разболтается, последствия будут очень и очень плачевные. Ага. Проверяем наши собачки с вами. Все отлично. Так, сейчас поставим крышку и пойдем попробуем заведем. Уже хотел было ставить крышку. Вот наша крышка, аналог чемпион. Вот. Но увидел, что у человека здесь оторван амортизатор. Вот его мы сейчас и поменяем. По-быстренькому вот это вот снимем. Он нам, конечно, человек этот не говорил, что его надо менять. Ну, уже видно, что ему крышка. Вот видите, он оторвался.
А здесь откручиваем. Просто это мелочь, это доп. Ремонта такие маленькие. Так, сперва поставим, давайте сюда. Вот так поставили. И теперь закрутили. Вот. И одели вот эту крышечку, чтобы туда много опилок не летело. Вот и все. Вот амортизатор поменен. Сейчас поставим крышку и пойдем заводить. Так, дорогие друзья, вот она наша с вами бензопила Интерскол, на которой мы поправили собачку, отремонтировали и поменяли крышку стартера на аналогичную фирмы Чемпион. Сейчас заведем и послушаем, как работает данный инструмент. Вот такая специальная дощечка. В принципе, подстраивать ничего не надо. Собачка наша работает отлично. Крышка стартера тоже. Всем удачи. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До свидания.